И сегодня мы пришли на премьеру фильма «Лего Бэтмен». Погнали! Лего фильм и решили подзарядиться немножко силами, купить Макдональдс и Хэппи Мил. Каменчик очень просил Хэппи Мил, ему очень понравилось. Как тебе фильм? Рассказывай. Класс. Впечатление. Что класс. Тебе больше всего понравилось из героев? Кто больше всего понравился? Злодей Бэтмен. Или Бэтмен? А этот злодей, как его? Джокер. Мне больше всего Джокер понравился. Мам, тебе кто больше всего понравился? Мне тоже, наверное, Бэтмен больше понравился. Он такой смешной был. Не знаю, друзья, мне Джокер. Вот. Ну что, мы купили Happy Meal, мы купили аминки, Камильчику. Давайте посмотрим, что там. Открываем. Можешь открывать Камиль? Давай ты. Давай, любой. В общем, один мы зарядили полностью с едой. Вот. А все остальные, какой из них с едой? Вот, с едой. Вот, а все остальные мы просто попросили нам игрушки положить туда. Вот такая маска. Так, это у нас маска. Маска у нас девчачьего цвета. Маска девочки, да. Маска девочки. Как ее звали? Комиссар. Бэткошка. Да, Бэткошка, да. Бэткошка? Нет, не Бэткошка, Бэтгёрл. Бэтгёрл. Вот, ее звали, в конце назвали Бэтгёрл. Да, давай, ну-ка. Дорогая вот масочка. Я не кошка, я Бэтгёрл. Бэтгёрл? Да, я мышка. Мышка на русском? Мышка. Так, Каменчик, что у тебя там, показывай. Стаканчик. Мам, помоги ему. Такой вот стаканчик для напитков. Кстати, прикольный такой желтый. А он пластиковый? Да, пластиковый. Прикольный. Слушай, круто, он многоразовый. Да, кто здесь нарисован? Подставка, смотри. Это не подставка. Это что? Это крышка. Крышка.
крышка. Точно. Супер, класс. И сделано это все в виде лего. Такое яркое. Кубиков лего, да. Сюда вставляется трубочка. Прикольно. Вот они все персонажи с нашего мультика, который мы сейчас просмотрели. Круто. Это все ребята, они в конце переоделись потом, да, под этого, да, под, да, Бэтмена. Да, под Бэтмена. Бэтмен их одел. Бэтмен их одел, да, всем дал новые костюмчики. Да. Так, дальше что у нас там? Так, смотрим. Еще один стаканчик. Это еще один стаканчик. Другой расцвет. И такой же, да? Ну-ка, дай посмотрю, я тебе сейчас сразу скажу. Нет, они одинаковые, как раз один каминчик тогда тебе получается, один Аминке отдашь. Давай, еще что у нас? И у нас... Давай, еще один, открывай. Это все игрушки, которые были в Макдональдсе в данный момент. Кстати, мы сказали, остальных нет. Хотели, мы хотели человечков всех, Бэтмена всех, но сказали только маски, кружки. Вот, все, что есть. Давай посмотрим, что за кружка. А, еще ой, что там? А что, она разборная, что ли, или что там? Нет, это просто, знаешь что? Что это? Это, короче, 3D. Слушай, а маска-то, смотри, какая крутая. Это необычная маска. А у нее есть на эти ушки-то? А, смотри, какие-то карточки здесь. Я посмотрю. А, смотри, я знаю. А, это 3D. Ты вставляешь эти карточки в очки и видишь все в 3D изображение. Смотри, как. Ты, по-моему, неправильно одеваешь. Нет, правильно. Правильно? Давай сейчас ставим карточку. А как смотреть? Давай. Ну-ка, давай. Я так поняла. Карточка сюда вставляется. Сюда? Да. Да, ну-ка, а как смотреть? Смотрим. А, комичка сейчас знает, наверное, как смотреть. Открываем. Вот, а можно я посмотрю? Смотри, вот смотри, сейчас покажу. У тебя такие глаза огромные, слышишь? Смотри, вот здесь нажимается. Видишь? Видно там что-то? Да, 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 ну-ка. Я не знаю, сейчас посмотрим. Но через одну линзу не особо видно. Ты рукой здесь закрыла, да? Рукой, да. Очень понятно. Надо, в общем, нажимать на эту штуку, переносицу. А знаешь, как можно нажимать? Вот. Ну, тут нет, тут не поймешь. Смотри, как надо. Тут все увеличено, но не видно. Смотри, вот так вот берешь. Ну, смотришь, я понял, да. И вот. Что, прям реально в 3D видишь картинку? Ну, не совсем 3D, честно говоря. 2D? 2.5D? Даже и 2.5 нет, просто карточку смотришь через вот это вот устройство. Что еще там? Что покушать взяли? Давай посмотрим. Это что такое? Покушки. Креветки. Что еще? Картофан. Картошка. Что еще? Соус. Креветки, соус. Соус. Держи камечек. Соус. А нам мы взяли картошку и креветки. Да. Показываем. Кстати, самое главное, то, что мы купили сегодня после просмотра фильма. Показывай. Та-ра-ра-рам. Ну-ка, это Лего Муви, да? Да, Лего Бэтмен Мув. Это, в общем, короче, набор, который, как называется, по-моему, Бэтмобиль, да, The Batmobile 709-05. Так, тут персонажи кто? Мэм Бэт, Кабуки Твин, их две штуки. Так, кто у нас еще тут? Робин и Бэтмен. Робин это тот, кого установил Бэтмен, да. Круто, он такой прикольный в фильме. Друзья, кто не смотрел этот фильм, ну, конечно же, многие сейчас не посмотрели, потому что мы были на предпросмотре. Как только он выйдет, обязательно все посмотрите. Это просто нереально смешной и чумачечий мультик, да, очень прикольный. Очень веселый, позитивный. Просто смотришь его на одном дыхании. Супер, да, просто, да. Нам очень понравилось. Ну что, друзья, тогда всем пока. Всем пока, будет сборка, кстати. Ставьте вот лайки. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте чтобы лайки. Чтобы не пропустить, да, вот это видео. Чтобы взбадривайте, ребята, нас, ставьте лайки. Да. Мы будем снимать побольше, почаще влогов. Обязательно. Да, а то у нас все лего. Да. Все, друзья, всем пока. Всем пока. Пока.